Давайте посмотрим, что нам приготовил Криспи и Пусси Киллер. Февральский трек. Не прямо это, конечно, все сейчас происходит, да, это у нас за 24 число. Добиваем, догоняем треки для того, чтобы успеть вот сюда, соответственно, да, кто не в курсе, вдруг номинанты на январь-февраль месячные, тут ануса блога, треки, клипы, все-все-все. risazatворчество.com, главная страница. И потом премии, номинанты все будут вот здесь, да, то есть по месяцам, все тут, потом по годам, в общем, все-все-все очень-очень шикарно, круто, красиво, мы лучше, ёпта. Да, а вот это для того, чтобы не пропускать стримчанский, поэтому скоро все эти карточки будут заменены, а именно 10 числа. Так. Бах. Давайте послушаем, что нам приготовили ребята. Добавим ли этот трючок мы в плейлисты? И попадет ли он на какие-нибудь номинации? 2.21, let's go. Я знал. Интрушечка, да, у нас есть? Light Kick Beats, produced by The Dale. Plug 83, Crystal by White Girl, Stable of Our Hill, Mr. Сколько известных ников? Давай без паники. Я третьи сутки без памяти. Во мне уже ничего не горит. Я подушку к сою наберу тебе, ты можешь сорваться. Твоя паника не дрожит твои пальцы. Твоя память выйдет на эти станции. Все, я расслабься. Сразу так будет лучше. Не смотри друг в глаза. Оба Дани на таком вайбе. Во мне уже ничего не горит, да. Вот твое тело, где говорит, пустой остальное. Не трать время на мои незажитые раны. У меня так мало времени осталось. Я себя не выбирал, ты меня не выбирал. Скажи, почему ты тратишь время на меня и блат. Я уеду ночью, оставив тебя в холоде. В этом тихом, как и ты, забытом омуте. В этом тихом, как и я, забытом городе. В этой темной, как и мы, забытой комнате. В этой ебаной комнате, в этой ебаной комнате. Где слишком много похоти, но нет у меня. Где-то я осталась брошенной, рассказываю историю о том, как это место поменяло тебя. Не надо мне писать что-то ночью, есть. Не надо названивать. Что-то, меня заменили новые друзья. И даже не пытайся, не ищи во мне хорошее. Я все уже сказал, вспомни мои слова. Ризни, в принципе, справились, да? Из плюсов. Дополняют друг друга хорошо. Дополняют друг друга хорошо. И куплет Криспи. Это было прям реально круто. Переходы, да, вот с этой строки. Постой, бам. То есть это было красиво. Здесь со второй части, ну, неплохо, да. Неплохо на контрасте, чтобы это сильно не было нудно. Такой прям крик, да, у нас получился. В целом ребята справились с эмоциями. Реально. Я ожидал что-то другое, но... Ваши ожидания, ваши проблемы, да, как говорит классик. Не МЦ только, другой классик. С мячиком. Так. Вот это было неплохо. Вот это было не душно. Да. Вот это вообще было хорошо. Это было интересно, неплохо. Но как будто не совсем чуть по экспрессии дожал, да? Здесь тоже у нас четверочка. Бридж, по-моему, затянул немного. Затянул и не совсем справился. И здесь как бы, да, у нас все. То есть, в принципе, что касается разнообразия, ребята сделали очень хорошо. Куплетик, да, восьмерочка. Припевчик, куплетик, куплет вообще четверочка. Бриджик, бам-бам-бам. То есть, все, что касается структур, разнообразия, каких-то контрастов, эмоций, очень хорошо сделано. Эта песня может нравиться, не нравиться, вообще похуй. Самое главное, типа, что она сделана как надо, да, вот технически. И по эмоциям ребята выложились.
Мне не особо заходит. В целом такой стиль, да. Вот. Но сделано это хорошо. Реально. Сделано это хорошо. Напишите оценку от 1 до 10, да. Что думаете по поводу этого трека? Можете написать от 1 до 10. Или можете написать какими-то там другими способами, которые вам нравятся, да. Легко. 1. Охуенно, бро. Лучше просто, я бы даже сказал. Да. Но это не один, да. Это я гарантирую, что это не один. Что у нас тут здесь, да? Бам. 68 из 90. 81 балл из строчки. Пока номинаций никаких. 7 песен. 2 альбома уже оценено. Да, Амнезия, конечно, тут подкачала. Да, Price of Future. Норм. Нирвана вообще хорошо залетела. Интересно, да, интересно. А Криспи? А Криспи нету, да? Да, вот Кри есть, Кри Танит и Кри Д Егор. Нету пока Криспи у нас, да. Видимо, мало треков оценили. 2. Ну, охуенные вы оценки, конечно, напихали, вообще молодцы. Не согласен я с вами, да, с такими уебищными оценками по любасу. Так. Рифмы и образы. А без паники, я третий сутки без памяти, ничего не говорит, но дело внутри меня говорит. Поступай, зажитый ран. Мне так оно не осталось. Я не выбираю. Ты меня не выбирал. Скажи, почему ты тратишь время на меня и бла? Скажи, почему ты тратишь время на меня и бла? Я тебя не выбирал, ты меня не выбирал. Тут как бы, да, можно было скрипом, да, заорать. У меня так мало времени осталось, я не тратил на меня, давай. Да, я ночью ставлю себя в холоде, в тихом забытом момоте, в тихом момоте в забытом городе, в этой земле в забытой комнате. В этой ебаной комнате, в этой ебаной комнате, в этой ебаной комнате, где слишком много похоти. Нет меня. И ты осталась брошенной, рассказывай историю о том, как это место тебя поменяло. Да. Так. Друзья, слова хорошие, там понятно. 7. Потому что здесь очень текстоориентированная история. Ты же повествуешь? Да. Повествуешь. Структура ритмика. Задумано прикольно. Реально. А задумано весьма прикольно. Хорошо все сделано. Нет, задумано хорошо, да. Бриджик чуть затянутый. Так, в целом все норм. Контрасты есть, да, у Криспи в куплете. 9. Смело. Реализация стиля. Смотря где. Где-то на 8, я думаю. Да, при этом сведено неплохо. Индивидуальность харизма. Не знаю. 7 как будто мало. Больше верю вроде, да, 8. Знаю, бридж, там еще чего-то. Как будто ближе к 7, что ли. Особенно с точки, что касается индивидуальности. Ну, 7 мало вроде. Потому что, ну, веришь пацанам, да, реально ведь веришь. Атмосфера 4 балла. Трансекторный жанр. Сейчас посмотрим, да. Сутки без памяти. Да, да, вот это все. Да, да, 8. Это точно 8. А здесь либо так, да. Короче, 60 плюс баллов эта песня. Даже вот типа 65 что-то типа такого. Неплохо весьма. Хит мейнстрим, хит. Наверное, нет. Наверное, никуда не попадает. Но, тем не менее, хорошо, что оценили. Да. Спасибо, ребята. Ждем дальше.